Здравствуйте, ребят, с вами команда «Профмонтаж». Мы сегодня поговорим об отливах. Здравствуйте, ребят, с вами команда «Профмонтаж». Мы сегодня поговорим об отливах. Как выбрать нормальный, хороший отлив? Наши критерии по выбору отливов какие? Мы, естественно, стараемся работать, не то что стараемся, мы работаем только алюминиевыми отливами, никакими не жестяными, никакими другими, только алюминиевые. Мы работали с турецкими алюминиевыми производителями, и мы дошли до белорусских от компании «Алютех», очень крутые отливы, алюминиевые, ровные. Если отлив шире, чем 25, у него есть специальные кронштейны, которые помогают при монтаже. Но кроме того, что вот мы выбираем хорошие отливы алюминиевые, мы еще нашли маленький такой фокус, маленькую фишку мы придумали к ним. Мы закупаем специальную, есть пленка, она звукоизолирующая, и мы клеим под отлив, под низ. Объясню почему. Ночью, когда спишь в комнате и идет дождь, и он барабанит по отливу, очень неприятно, скажем так. А когда клеится вот эта пленка, она поглощает децибелы шума, и шума почти и не становится. Пленка, она продается вот в таких рулонах. В таких рулонах она вот так выглядит. Тоже это немецкий производитель. Ну, за год работы с нею она уже себя очень хорошо показалась. И клеится она именно с этой части, с нижней части, где прикручивается к раме, потому что чтобы вот эта часть, когда отлив выпирает, он был красивый, чтобы он красиво выглядел. Если вам видео, конечно, понравилось, ставим пальцы вверх, оставляем комментарии, мы на них будем отвечать. И до скорой встречи!